Девочки, дорогие, всем привет! Сегодня у нас с вами наш любимый шопинг в секонд-хенде. И здесь много всего интересного и красивого. Смотрите, сколько разных интересных вещей. Вот этот набор бесподобный синий, но он стоит $100, представляете? И рядом брошь, которая стоит 60. Написано, что это Шерман. И набор тоже Шерман. Ну, за такие деньги я, конечно, покупать не буду. Но здесь много чего другого есть интересного. Сейчас мы обязательно просмотрим, что здесь есть. Hi, can I see something? Yes, sure. Так, ну что ж, вы видели, там за витриной лежало очень много всего красивого, но очень дорого. $100 за набор Шерман. Это, конечно, жесть. То есть наши секонды уже тоже научились брать деньги. Но я кое-что все-таки купила, я кое-что нашла. Давайте посмотрим вместе, что здесь есть интересного. Будем перебирать. О, какая красивая штука за $4. Нету никакого клейма, но она очень-очень симпатичная. Как вы думаете, это может быть какой-то... Так, возьмем, посмотрим, потом разберемся. Так, вот это что-то интересное, явно винтажное колье. Что же у нас здесь? Нету маркировок. Не вижу, во всяком случае, пока, но оно явно такое люцитовое винтажное колье. Так, я со своей телегой, как всегда, с телефоном. Всем мешаю. Я пойду в самое начало, потому что я... тут были люди, я не смогла начать сначала. Сегодня много всего, и там очень были красивые, конечно, вещи за прилавком. Но, увы и ах, $100 платить за набор. Я, знаете ли, что-то интересное, правда? Я, знаете ли, на eBay дешевле, наверное, смогу найти. Интересно, какая брошь. Не знаю, не пойму. Так, берем, там будем разбираться. Так, следующая брошечка. Думаю, что современная. Поэтому мы ее оставим. Вот такая большая-пребольшая брошь за $5. Маркировочек тоже нету, и думаю, что она современная. Не знаю, удастся ли мне что-то сегодня много чего поймать. Господи, что такое? Но у меня уже есть улов. Улов из-под стекла. А так мы в крайнем случае с вами просто просматриваем, что у нас здесь есть интересного. Какие красивые браслеты, правда, такой лунный камень. Прошу меня простить за мой не очень хороший маникюр. Немножко отросший, я обязательно скоро пойду его делать. Смотрите, какая красивая брошь. $6. Я думаю, что она тоже современная. Да, наверное, Китай, но красивая. Не буду. Китай все-таки. Может быть, я ошибаюсь насчет Китая, но... Опять я, конечно же, пришла к концу рабочего дня. Опять уже все разобрано. Это мы с вами видели в прошлый раз, оно до сих пор висит. Опять все разобрано. И ничего интересного, наверное, не осталось. Но мы с вами старые охотники, и нас так просто не возьмешь. В крайнем случае чашечек накупим, правда? Все, я за это ожерелье хватаюсь. Каждый раз я его цапаю. Стеклышки. Это неинтересно. Так, потом вы мне напишите: Дита, как же ты пропустила? Я не взяла то и это, я знаю. Это со мной происходит, но иногда вам в экран видно лучше, чем мне в... Интересно, какой браслет. Это, конечно, не винтаж, но интересный.
Ну, у меня с браслетами сложные отношения, знаете ли. Какой-то в мешочке что-то. Вот это, что это? Кость. Как вы думаете, это кость? $5. Или пластик? Не знаю, я не разбираюсь. Так. Вот такую похожую я купила. В прошлый раз у меня есть похожие, я вам показывала. Не в прошлый раз, а у меня... А, там есть какая-то маркировка, или мне кажется? Я вам показывала уже в моем обзоре похожую брошь. Факел такой с жемчужиной. Так, положим в тележку. И там будем разбираться. Браслет с шармиками. Браслет красивый, еще одна очередная стрекоза, но не знаю, не похоже, вроде такая застежка солидная, приличная, нет, приклеены вот эти кристаллы, вот тут видите, когда, я думаю, что она, ничего особенного. И вот еще одна стрекоза, ох, нам везет на стрекоз сегодня, кто-то сдал свою коллекцию стрекоз. Вот это интересно. Эмалевые крылышки. Может, такую мы возьмем. За $3 тем более. Маркировок, конечно, никаких. Скорее всего, современная. Скорее всего, китайская. Но очень симпатичная. А, у нее нет глазика, по-моему. Или есть. Разные. Один белый, один, видите, один черный выпал. И вместо него вставили вот этот белый. Поэтому мы пока не будем. Где-то я видела какую-то какие-то красивые серьги, которые от меня убежали. Так, тут прям очень много стрекоз. Мы сейчас все будем их рассматривать. Симпатичные серьги, винтажные. Такие, но у меня есть похожие. Я, наверное, маркировочек нету, поэтому я не буду их брать. Винтажные эмалевые сережки. Так. Очередная стрекоза эмалевая за $3. Ведь они дешево оценили, потому что они понимают, что они все современные, они все без маркировок. Но красивые чертовки. Не знаю, возьму, не возьму. И вот еще одна стрекоза. Тоже очень красивая, целенькая. Это за 5. Ой, у нее расстегнут замок, видимо, плохо держится. Короче, я со стрекозами что-то потерялось, не знаю даже, что мне делать. Очень много стрекоз сегодня. Ладно, это положу, а там посмотрим. Так, здесь у нас вот такой вот кулон большой. Ой, я где-то, мне что-то мелькнуло и убежал. Видите, сколько стрекоз? Сплошные стрекозы сегодня. Вот там тоже эмалевые серьги, тоже, наверное, винтажные. Но я что-то видела, что мне показалось. Вот такая брошечка, канадские листики. Сережки интересные. Вот такие. Так, розочка. Розочка, розочка, розочка. Почем? За $4. Без маркировок. Без маркировок. Не знаю, не знаю. Какие интересные сережки, прикольные. Это современные, конечно, просто прикольные. Так, еще одна бабочка, красавица, тоже современная, скорее всего китайская. Так, вот вижу красивые очень, не то клипсы, не то серьги. Судя по всему, современные за $4. Смотрите, я покупаю современные вещи. Не то, что я покупаю только винтаж, но, ну, не знаю, по какому-то своему шестому чувству мне должно что-то это очень сильно понравиться и лечь на душу, чтобы я купила современное. Мне кажется, я что-то пропустила, потому что я снимаю, отвлекаюсь на съемку, но я потом пробегусь по второму кругу. Смотрите, какой интересный кулон.
он с маркировкой. Без, видите, ничего не написано. По-моему, это у нас есть такой бренд наш местный. Сколько они за него хотят? 6 баксов. Большая цепь. Так. Ну, это что-то тоже современное. О, что это такое интересное? Цепь. Ну, ладно. Это, конечно, современное, но интересное украшение. Я потом еще по второму кругу пройду, когда все сниму. Потому что я, конечно, много чего пропускаю. Смотрите, какие интересные бусы. Вот такие бусы. Вот такие бусы. Это современное. Это современное. Так, что здесь еще интересно? Что-то мне мелькнуло за всеми этими стрекозами. Но теперь я не могу найти. У меня что-то в глаз мне попало, но зашло и вышло. Меня вообще слышно, я так шепотом говорю, чтобы никому не мешать. Здесь люди вокруг. Я очень не хочу никого. Смотрите, какие брошечки пины. Вот такая за $3. И вот такая малюточка. Это стрекоза кулон. Ох, кто-то любитель стрекоз был. Стрекоза кулон. Тут можно собрать коллекцию стрекоз сегодня. Если очень захотеть. Красивые серьги, интересные, правда? За 5. О, вот такие у меня есть. Я знаю, что это именные. И вот такую я купила цепочку. Это 40. У меня есть такие. Вы знаете, что за $4 я их возьму. Подарю просто кому-нибудь, может быть. Потому что я в прошлый раз здесь купила такую же цепь под нее. Потому что у меня были такие сережки. Я очень обрадовалась, что я нашла комплект. Так. Бабочки. У нас сегодня про бабочки. Вот это вот, помните, я вертела его в руках, в прошлый раз не взяла, и оно до сих пор висит. Никому даже не нужно, кроме меня. Посмотрите, какой интересный кулон. Дерево с птичками. Очень интересно. Так, что здесь у нас? Очередная сова. Красивая какая штука, смотрите. Давайте я еще вытащим и рассмотрим. О, боже ты мой. Все у меня тут запуталось. Так, здесь прицепилась одна с другой. Или это что ли один набор? Короче, что-то интересное. Видите, здесь двойной кулон. Причем он за 6. Синий камушек. И вот такая вот красивый синий кулон. Нет маркировок. Ну, похоже, что это типа фарфора что-то. Очень красиво. Так. О, какой интересный цветок. Смотрите. Мне здесь, в принципе, нельзя снимать. Но меня ни разу пока еще отсюда не гоняли. В другом магазине меня гоняли, поэтому я здесь обнаглела и снимаю в открытую. Ой, это кожаная брошь. Интересная. 4 бакса. Здесь много таких. Такие вот эмалевые сережечки. Вот такие. Интересные тоже серьги. Так, какой-то браслет, еще какой-то браслет с птичками, такое, это с камушков, но это самоделка. Так, цветы, вот это я рассматривала, не знаю, современный или винтаж, мне кажется, современная. Прошу меня простить за такой
сумбур. Тоже типа бабочки, да? Но я думаю, что это современные изделия. Оставила. Я в прошлый раз здесь набрала таких много. Что это такое? Так, вот такое колье массивное. Смотрите, какие винтажные, да, клипсы. Маркировки нету. Но, судя по всему, они винтажные. $5. Посмотрим потом. Разберемся. Ну, это новое. Видите, прям с этикеткой. И сережки $3. Запонки. Судя по всему, винтажные, но запонки я как-то не беру. Все-таки я стараюсь брать что-то, что я хотя бы какой-то шанс, что я буду носить. Какой интересный браслет из камней. Такой интересной вставкой. Ну, такие, может, и пластик. Так, очередную стрекозу вижу. Или это... Так, у нас стрекозы или бабочки? Господи, я уже запуталась. Красиво, правда? Тоже, по-моему, что-то не хватает. У нас стрекозы или бабочки? Что у нас сегодня? Я это называла бабочками или стрекозами? Стрекозы у нас сегодня. У нас сегодня стрекозлиный... Стрекозлиный этот самый шопинг. Так, вот эти симпатичные, явно винтажные, нанизанные, интересно сделаны. Вроде всего, не пойму, они как будто бы разные, $3. Они как будто бы разные. Так, ладно, положим в тележку, потом разберемся. Ох, какие бриллианты. Ой-ой-ой, аж глазам заболело. Так, какой-то бренд. ILY. Не слышала никогда про такой. Ну, камни прям такие. Так, здесь у нас какие-то жемчуга. Искусственные. Искусственные? Да. Так, Авророчка Бореалис, бусики, но... Такой вот застежкой на магните. Современная, наверное, не знаю. Взять, не взять. 6. Мне не нравятся вот эти вот между ними. Смотрите, какие прикольные. Вы знаете, я даже думаю, что может быть это винтаж. Такой вот легкий-легкий пластик. Интересно. Так, я что-то пропускаю. Увлекаюсь. Бабочки, стрекозы, бабочки. Ну вот, хорошенькая брошечка, явно винтажная. Такая незатейливая, но приятная. Тут у меня по пятам идет женщина. По пятам у меня идет женщина. Я ей мешаю. Ну ничего, обойдет меня женщина. Текст. Смотрите, какой интересный кулон. Вау. В общем, чего у нас тут только нету, девочки. У нас тут чего только и нету. Так, вот здесь какая-то куча завешенная. Возможно, что я что-то пропустила. Вот интересные какие-то клипсы. Или мне кажется. Там наверху что-то. Интересно, что мне тут тетенька на пятки наступает. Я... Вот тоже милая брошечка за $4. Не знаю, не пойму, винтажная или нет. Мне кажется, что нет. Ага, тут целая куча жемчужных всяких штучек. Скорее всего, современных. И вот такая. Красотка же. Так, посмотрим, там разберемся. Сегодня не очень у нас хороший улов. Бывало и получше. Бывало и получше. Но я кое-что купила из аккаунтера. Так что
Сейчас сходим еще в чашки. Наша любимая. Смотрите, какая красотка. Замочек бочка. Что-то старенькое, судя по всему. Сколько они за нее хотят? $4. Маркировок нету, но ладно, посмотрим. Что такое красивое? Сейчас. Вообще красивый кулон, но разберемся потом, посмотрим. Так. Это вы знаете, я знаю, что это J. Crew. Это очень известный бренд, очень хороший. Это современный бренд. Ну как, он с 80-х где-то годов. Вот видите. J. Crew. Я их узнаю по этой вот застежке. Сколько они хотят? 5. J. Crew вообще ценится. Хотя это очень довольно такая старомодная вещь. Наверное, с 2000-х. Так, какое-то колье. Колье. Без маркировок не пойму. Что-то здесь еще я видела. Симпатичные. Ну, ой, что-то еще я видела. Вот какой симпатичный. Ну, тоже, наверное, современный. $3 они хотят. Вот обычный замочек. Просто такой сатуар. Хорошенький камушек, красивый. Такая штуковина. И что-то поломанное. Здесь какие-то штуковины непонятные. Красивая брошь-пин за $5. Что-то дорогая. Нету маркировок. Чего они так дорого за нее хотят? Такая малюсенькая. Так, много запонок сегодня. Много стрекоз, бабочек, стрекоз. Я уже запуталась. Ой, смотрите, какие клипсы. Нефертити. $4. Легкие, но похоже, что винтаж. Смотрите, какая интересная задняя. Красивые. Посмотрим. Вроде бы металл, а такие легкие-легкие совсем. Так, это мы пропустили. Тетенька перестала наступать на ноготки. Я вздохнула с облегчением. Так, что здесь? А, это мы видели? Похоже, мы видели как-то браслет. Я, наверное, не очень хорошо снимаю, девочки. Вы простите меня, у меня, когда я вот в таком азарте, я забываю, что я снимаю. Так, $3. Какая брошь интересная. Ой, какая интересная. Она же может быть и кулоном. Если она и современная, то очень качественно, красиво сделана. Опять у меня полная телега, да? Вот такой магазин. Я как в него не приду, так у меня всегда полная телега. Еще сейчас какую-нибудь чашечку ухвачу. Так, здесь у нас тоже пины всякие. Значит, и кольца. Вот колец никогда у нас хороших не попадается. Здесь, видите, всякие значки. Хотя тоже бывает иногда интересные, но ничего интересного я не вижу. И кольца такие все, не айс. Часы. Тоже как-то я никогда не интересуюсь, вам кто-то сюда сережки принес. Так, хорошо, девочки дорогие, я сейчас, наверное, выключусь. А вот смотрите, какая вышивка брошь-пин. У меня есть похожие за $2 всего лишь. У меня есть брошечки такие, может, взять для коллекции. Ладно, посмотрим. Просто потому, что это микровышивка, мне она очень симпатична. Ой, что-то упало здесь. Я им заодно и порядок здесь навожу. Не могу, когда все валяется. Я все поднимаю. Все, девочки, я сейчас выключусь, еще раз пройдусь. А потом мы с вами еще пойдем в чашечки. Очередная стрекоза. Мы с вами сходим в чашки, посуду. Надеюсь, что что-нибудь найдем. Я сегодня совсем поздно приехал, потому что у меня были дела.
Вот. И потом начну их снимать уже из посуды. Так, что у нас тут в посудках? Что-то очень красивое. За $8. Что же? Английская. Английская чашка. Посмотрите, какая прелесть. И блюдце такое. Это я не смогу оставить. Так, вот что-то очень тоже симпатичное. Английская посуда. Но нету на ней цены. Блюдце. Но оно такое толстое, знаете. Мне кажется, что это современное. Не винтажное. Там вон что-то желтое желтеется. Посмотрите, какая красота. О май гуднес. Royal Albert. К ней вот такой вот. О май гад. Сейчас что-нибудь кукну за $10. Вот такой же блюдечко. Очень-очень-очень красиво. Шикарно. Так, здесь целый такой большой набор. Видите, они его побили и продают. Ну, побили, в смысле, разбили и продают по отдельности. $19 каждая вот такая вот большая обложка. Немецкая. Немецкая. И вот такая вот блюдо такое. Видимо, это для супа. Это ведь не для чая. Их много, видите. И вот внизу тоже продолжение этого набора. Единственное, что их все надо покупать по отдельности. Они его распотрошили, сделали много разных наборов. Вот красиво. Идемте дальше смотреть. Сервис Мадонна. Вот чашечка. Смотрите, какая нежнятинка. Что это у нас? Кто? Сделано в Англии. Вот такая вот чашка и вот такое блюдце. Цветочки. Какая прелесть, прелестная. Ну а так, знаете, здесь особо нового ничего нету. Я не вижу. Вот целых три чашки вот такие. С такими большими цветами. Royal Albert. Это тоже английский фарфор. Вот их, видите, две с блюдцем, а одна без. И все, по-моему, я что-то не вижу. Ничего нового по сравнению с тем, что я вам показывала уже. Так, вот что-то красивое. Смотрите, черное внутри. Тончайший фарфор. Японский. Принцесс Чайна. Чайна — это не Китай, а фарфоровая принцесса. Боже, как красиво. Тоже она немножко не совсем, видите, не в самом лучшем состоянии. Японская. Японская раньше было подешевле. Сейчас я смотрю, что они ту же цену, что и английский фарфор стали делать. Очень красиво. Просто чудно. Черное внутри. Необыкновенно. Красавица. Действительно фарфоровая принцесса. Так, я, как всегда, забилась в подушках. И сейчас начну разбор своей коллекции, чего я тут набрала. Значит, у меня, девочки, три чашки, не знаю. Ой, все такие красотки, три, даже не знаю. Ну и тут много всякой всячины, буду перебирать, разбирать. Наверное, много оставлю, потому что много набрала просто так, без толку. А вот по чашкам у нас сегодня, по-моему, улов произошел. Все, дорогие мои, всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем привет, пока-пока, бай. Увидимся в следующем видео. Бай-бай.